давай сосать. Давай. Она вышла. Сейчас я ее подожду. Ну-ка, иди сюда, сейчас будет. Иди ко мне, иди скорее. Вот она какая. Она была внизу дать-то. Надо было внизу давать-то, внизу. А? Внизу надо было давать. А, внизу давать. Так, говорят, внизу давать надо. Черная, черная. Да. Пошли туда. Давай. Сейчас мы. Вот они, наши кошечки. Они еще вчерашние сели. Это сколько же ступенек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть там. Ой, мои кошки где? А? Ну-ка давай сюда. Давай. Вот она, да, да. Вот она как. Она ножка у нее болела. Тут. Давай, ешь, ешь, ешь. Да ладно тебе ластиться. Ешь давай. Бомжишка. Кошки, которые выросли на свободе, где-то более приспособлены к жизни. Она везде все сама найдет, продырявит дыру, как через стену пройдет. Там она мышь ее молимся, она уже с мышкой идет. Ты здоровый пока, ну ладно. Давай, ешь. Ешь. Это Игорь особо так как-то не поймешь, жарит или что ли рыбу карасика. Так вот она ест. Вот я начну сейчас гладить, она про еду забывает. Начнет сразу извиваться вся. Вот она какая, гляди. А он дух... Голову-то как уворачивает. Духовки делает. Да чего, хорошие кошки. Вот она. Это ты им уже вылил, да? Нет, это вчерашняя. Ну, она, видишь, одна жижа. Надо с чем-то, чтобы она была как такая, как кашица. Видишь, смотрит как. Он сильно не нахальничает. Вот я ей принес это. Давай. Давай, да дядя Вова вам принес. Ешь. Ой, черная, черная, черная. Давай ему маленько дадим что-нибудь, да? На, держи. Вот он как. Давай, ешь. Вот какая она. Их было сколько здесь. Сейчас там черный один ходит. И, видимо, в стенке, когда выпускаем, он запах слышит, или она мяргает ему. И он сейчас на шаг не отходит от дома. Их тут целая толпа была. Его изгоняют. Как можно изгонять, когда у нас там продукты? Наоборот, чтобы все время туда, я говорил, приносите, ставьте едой. Как я запрещу гонять, и еды туда ставь. Подкармливай его. Он привыкший к холоду, он там наши продукты сохранит. Ой. О. Так. Это сегодня у нас, если не ошибаюсь, 13-е, наверное. Да. 13-е. 10-го понедельник. 10-е, потом 11-е, 12-е, 13-е. Четверг сегодня. Вот он родился. Гляди, полез. Гляди, оглядывается. Нет, не одобряю на этот. На. Давай дам тебе. На, отдельно, на. Пускай она маленькая, она больная, у ней лапку что-то придавило там, видать, на этом, в трубу лезла и зацепила, как она не оторвала ногу себе. Не наступала совсем. Я там святой водой ее осветил. Давай, давай, ешь. Смотреть про... Да у нее ничего нет, одни кости были. Да хороший белый, да хороший такой здоровый. Сколько он? 3 килограмма весит? Угу. Ну какой кот. Не-не-не-не-не. А ну да, 3,5. 3,5 что ли он там? Котяра какой вырос. Он всех боится, не дерется никак. А зачем драться-то ему? Ну все. Подожди маленький. Нет, это черная весит 3,5. Он 5 килограмм весит. 5. Да? Да. 5 килограмм? Да. А шарик сколько?
Ну там что-то, я не помню сейчас, к 10 что ли? Не, подожди. Давай. Где она? Это черная? Она убежала уже. Сейчас, подожди. Черная. На. Я их туда еще не выпускаю. Там книги, все там. Выпускать нельзя. Ладно, не надо. Иди сюда, иди. Черная. Иди скорее. Ну, иди скорее сюда. Не, она не пойдет сейчас уже. Она почему не идет? Думает, где-то выйти ей надо. Свобода. Свобода дороже. Иди скорее сюда. Иди. Отварюшка какая. А это здесь еще тебя с пенопластом-то сделали. А это видишь, какие были? Какие бревна были заложены-то? Да, прямые, был. Ясное дело, что это сосна. Понятно? Это моя уже работа. Пеноплексом тут все запенил. Вот эти какие длинные. И видите, вот это что такое означает? Вот это, для чего? Это здесь второй потолок делали. Потом его засыпали чем-то. Тепло снизу. А сейчас этого не делают. И там дальше, смотри, какое последнее. Ну-ка, посвети. Тебе не видно со светом? Какие бревна-то? Диаметр сколько? Сантиметров 45. Вот какое. Это вот Третьяков кладел в стенки. Вот. И там дальше. Видишь, как оно вырублено? Это как будто выпиленное. Ровно. И поэтому в избах было тепло. Сибирь приспособилась как. Сейчас этот выйдет. Все, вышел. Пришла? Белый вышел. Белый? Я пока тут думал загнать. Подожди, не ходи. Хороший, пошел. Ой. Вот она вышла, пошла. Она как будто бы ящик. Ох, мои 16 лет. Вот она, видно, пробежала по этому. Да, посюда пробежала. Ну-ка, пошли туда. Пошли. Белый. Ну-ка, иди в подпол. В подпол иди. Ну-ка, где? Белый, заходи сюда. Давай скорее, заходи туда. Ну-ка, давай. Не, надо на руки брать. А так. Как ее туда? Ну, на руки и туда. Ну, ладно. Сейчас я туда загоню. Так, иди сюда, черная. Ну, что стоишь-то там? Иди сюда. Попёрся тот конец. Иди давай, иди в подпол, иди. Давай сюда, иди, белый. Вон черная, вон. Как стрела носится, гляди, что делает. Черная, иди сюда домой, иди скорее. Да, вот она где, ну-ка, давай. И мне не посадите, я боюсь, его уроню. Он ушел. Все, черная, иди сюда. Сейчас мы... Подержите. Чернушечка, ну, иди ко мне. Иди ко мне, Чернушечка, ну. Чернушка, иди сюда. Иди, нет там. А ты скажи, делать нечего, как нечего, есть что делать? Русский флаг. Они то ли его постирали, или еще. А где она? Пойдем, Чернушка, иди в подпол. Иди в подпол. Давай, вперед. Иди. Черная, иди сюда. Иди. Вон там она, там. Ну, иди скорее. Иди. Чернушка. К тебе. Чернушка. Ну-ка, давай. А то я тут нырну в погреб-то. Вот так. Иди сюда, Чернушка.
Надо за... Тут книги, тут все попортит она. Иди сюда, иди, иди, черная, ко мне, иди. Где она? Опять там уже. Тянушка, иди. Ты ее так нагонял. Все. Все, все. Давай, закрывай скорее. Все. Все. Запечатали. Пускай нашу картошку. Ну, свет оставим днем-то. Днем-то. Пусть горит лампочка. Угу. Ну все. Все. Везде дверь надо закрывать. Но тут если выходить, то надо вот так вот, чтобы здесь было. Здесь дверь, здесь дверь, здесь дверь. Все, выходим. Как-то тут не пооборвали-то они. Сколько фотографий. Я вообще воскресная школа. А это дети общины. И возвратил Господь потерю и дал вдвое больше того, что он имел прежде. Это надо такое место нашли в Писании. Иов, 42 глава, 10 стих. Да, это именно со мной так и было. О, сфотографировали где. А вот барабаши только что начинали. Вот Маша замужем, Сара Марковна на руках. А это рядом Терентий стоит. Терентий какой. Не достает до пояса. А это вот мы в лесу. Какие были люди. Кто-то ушел в мир, кто-то ушел еще дальше. Ну все, уходим.